даже независимо, у нас всех диалогов, что есть определенный период к нашей работе, к нашей дружбе. Вот. Ну, сейчас говорим всюду в мире технологии различных. Мы понимаем друг друга не глядя в глаза, и не работая плечом к плечу, нашему городу, за любой город. Я сегодня сказал господину мэру «до свидания», не прощался, а сказал «до свидания». Надеюсь, что еще буду приезжать. Я заканчиваю свою миссию в Одессе. Уже приехала новая пани консул, генконсул. И стараемся дальше работать на благо наших двух стран. И представительство Одесское, представительство Польши дальше будет работать хорошо. Мы только передали полномочия, а этим работаем дальше. Я вам скажу так, работа в Одессе была очень интересной. Два с половиной года прошли очень быстро. Я даже их не заметил, когда закончились. Работа здесь очень интересна. Много хороших проектов и совместно с городом, и отдельно, и совместно с польскими организациями мы сделали. Я только напомню несколько. Забег независимости, два забега независимости, которые мы вместе с польской организацией имени Адама Мицкевича приготовили. Концерт господина маэстро Пендерецкого, который сюда приехал. Это всемирно известный мастер. И других много культурных, музыкальных, кинопоказы, театральные показы, спортивные мероприятия и, между прочим, спортивные между дипломатами. Очень много, даже я не смогу их вычислить. Самое главное, что мы каждый год имеем Дни Польши и каждый год что-то интересное просто показываем, привозим хороших исполнителей из Польши. Да, здесь за Одессой работают совместно как минимум три города. Варшава, Лодь и Гданьск, партнерские города. И мы стараемся это сотрудничество поддержать. Знаем, что на этот год уже Лодь что-то готовит, и 100%. Как всегда, как каждый год, как я здесь был, Лодь приезжает. Гданьск тоже и Варшава стараются что-то интересные проекты между Одессой и ними исполнять. И мы только можем их поддерживать. И это очень хорошо, что есть идеи, которые мы можем исполнять потом. Я надеюсь, что это сотрудничество еще ближе будет, и что эти возможности на высший уровень войдут с новой панией консул. И это, надеемся, что так будет.